Уже в ближайшее воскресенье геологи всей России и даже некоторых стран СНГ будут праздновать свой профессиональный праздник. В Казанском федеральном в стране от него тоже не остались. И в юбилейный 50-й день геолога устроили настоящий праздник для тех, кто только делает первые шаги в изучении недр Земли. Юные геологи со всей республики смогли побывать в главной кузнице геологических кадров Татарстана – в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Поздравить молодое поколение с первым днем геолога пришли их старшие коллеги. То, что вы выбрали на данном этапе геологию как свое увлечение, я думаю, это нам, старым геологам, доставляет удовольствие, поскольку мы за свою профессию очень рады. И даже если не все вы будете профессиональными геологами, но знание основ геологии, я думаю, никому в жизни не повредит. По крайней мере, кто знает геологию, будет знать, почему Гольфстрим теплый. Главным событием Дня геолога в Казанском федеральном стал брейн-ринг, все вопросы которого, конечно же, посвящены геологии. Блеснуть эрудицией, а где-то даже интуицией, попытались более 15 команд. И пока одни копали в извилинах, какое полезное ископаемое самое съедобное, другие пытались ответить, чем их привлекает наука о Земле. Ну, это интересно. Я нашла много новых друзей, когда начала заниматься геологией и... Интересно узнавать, как развивалась Земля и что будет в будущем. Ну, меня это увлекает. Тем, что можно исследовать что-то новое, что-то необычное. Можно находить новые места, новые минералы, те же самые. Мне лучше быть там, где я больше понимаю что-то. Кстати, ни один вопрос в этот день не остался без ответа. То, чего ребята не знали или вдруг забыли, они смогли узнать в музее геологии. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз.